Всем привет, с вами Диса, сегодня у нас обзор модов, и мод очень маленький, изменяющий меню, то есть паузу даже, так расскажу правильнее, когда мы нажимаем Escape. Итак, нажмем, и теперь здесь у нас отображается сид мира в левом верхнем углу, мы можем сразу его скопировать, можем вернуться к игре, можем сразу изменить язык, текстуры, то есть текстурпак, ачивки, статистику посмотреть. Сразу можем изменить сложность. Вот, приближение или отдаление, в общем, в менюшке. Можем сразу изменить дальность перерисовки, прогрузки. Можем графику красивую или быструю сделать. Дальше в опции залезть также. Открыть для локальной сети. Вот здесь вот миры наши посмотреть. Можно сразу перейти в другой мир. Можно сразу зайти на сервер. Можно включить или выключить полноэкранный режим, выйти и сохранить меню, или сразу выйти из игры. Что я сейчас, собственно, и сделаю, так как мод уже все сам себя исчерпал. Всем спасибо за внимание, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео, вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока!